Today's the day that all us cats must surely do our bit. We all must do our share so Uncle Sam can hit. Save up all your pots and pans. Save up every little thing you can. Don't give it away. Get some cash for your trash, yeah. Save up all that old newspaper. Save and pile it like a high skyscraper. Don't give it away. Get some cash for your trash. In between we'll do some loving. White handsome turtle doving. Will you listen to me, honey? Get plenty of the folding money. Save up all your iron and tin. But when you go to turn it in, don't give it away. Get some cash for your trash. Жирный Мэддисон. Жирный Мэддисон обзорщик игр. Тупой пидор. Жирный Мэддисон. Жирный Мэддисон тупой хер. Миллионер. Он блюет, рыгает, плачет. Сыт на провода, жопу чешет. Сизый леший. Бритая елда. Доброго времени суток. Доброго утра большинству зрителей моих стримов. Да, вы не ошиблись, утренний фалач. Так, секунду. О, боги. Алло, здравствуйте. Нет, неудобно. Если есть возможность, не звоните, пожалуйста, до 3-4 часов дня никогда, потому что я в ночь работаю. Спасибо большое. Сделайте пометочку. Извините, до свидания. Съебались с этим Билайном. Так, друзья, значит, короче, у нас стрим. Утренний Fallout. Будем играть до 3 часов дня, после чего Ксюша будет стримить, а я, скорее всего, Кексу на стрим переберусь, если он меня возьмет, и буду снова-то там сидеть. Вот, такие пироги. А вечером я, может быть, еще вернусь, то есть там будет либо Bloodborne, либо продолжим с Кексом играть во что-нибудь. Так, сейчас по-быстрому разные интересности расскажу. Короче, приходят в личку сообщения разные. Ну, во-первых,
всякие, знаете, там. До сих пор пишут люди, которые в Dota команде хотят играть там. Типа, мне 17 лет, мой ММР 3500, соло 3300, никнейм Нагибатор 322. То есть такой вообще ад. Другой пишет: привет, Илья, хочу тебе помочь с РГГ. Я поиграл, типа, в эту игру, которая тебе... Инженер Громов, спасибо за подписочку. Точнее, даже за переподписку 2 месяца подряд. В общем, Илья, здравствуй, решил попробовать данную игру. И на целый лист А4 рассказ, какое она говно, как в нее невозможно играть. И в конце: желаю удачи, ты справишься. Я, то есть просто... просто лист А4, какое она говнище, там, убогий графон, грёбаные загрузки, саундтрек отвратен, блядь. То есть, и все это он расписывает, как будто, я не знаю, как будто он рецензию Логвинову пишет. Какой кошмар. Ну ладно, это еще не скоро. Это еще не скоро. Ну, в принципе, остальное все так, не особо интересно. Напоминаю, что я по-прежнему собираю команду по доте, пока в ней только я нахожусь. Но вроде как Кекс все-таки хочет в Кубке Раков поиграть, поэтому мы сегодня обсудим, будем ли мы занимать второе место на Кубке Раков, либо нет. Вот. Да. Ну что, наверное, пойдем тогда Fallout катать. К сожалению, мне очень лень заново, так как компьютер заново переустановился винда, я просто скриншот снял с прошлого стрима, мне заново лень заставочную картинку делать. Я надеюсь, вы меня поймете и простите. Что ж, вот он я, только проснулся. Сейчас добавим игру. Напоминаю, что у меня стоит... Да, и напоминаю еще, помимо того, что у меня стоит, это то, что у меня стрим идет в 60 FPS, 1080 разрешение, поэтому ставьте медиум, если у вас лагает стрим. И все будет нормально. Ну, что нам осталось сделать, значит, в Fallout'е? Человек после прошлого стрима мне писал, что я не обязательно должен идти с папкой. Я это прекрасно понимаю, fast travel здесь работает, но я-то играю без fast travel, так что мне придется идти с ботяней. Потом... Сейчас. Потом, после того, как разберемся с ботяней, нам надо будет сделать еще 2-3 квеста. Ну, квест с рабами. Квест с... Ну, то есть с рабами. Квест Мойры Браун, да, делать. Квест в Оазисе. Еще квест с бутылками ядерной колы. И на этом все, как бы. Ну что ж, пошли батьку-то провожать до Ривит-Сити. Не знаю, насколько это интересное будет занятие. Предполагаю, что не самое интересное в моей жизни. Самое опасное в моем челлендже — это всегда начало, так сказать. Потому что именно с этим всегда проблема. Пока я еще не собран, я зачастую умираю. Батя уже попал в неприятности. Батек, я тебе помогу. Держи. Ёлки-палки. Так. Ну ладно. Старик, чтобы не отъехал, наш надо все-таки более качественно помочь. Заодно экспо собрать с этих врагов. Не знаю, правда, за робота дадут или нет. Нет, не дали за робота. Ну, все равно неплохо. Я один раз уже играл, не то чтобы у меня челлендж какой-то был, но я играл без фаст-тревела, и я могу сказать, что... Ну, не то чтобы, вот именно вот эту миссию проходил без фаст-тревела, ради интереса посмотреть, как батя пучит, и могу сказать, что он, конечно, немного неадекватен. Что будешь сегодня в Fallout'е делать? Main quest. Постараюсь пройти, да.
Ну, не буду спойлерить, да, одного важного момента. Потом переключусь на пустошные квесты, добью их, если успею до 3 часов. Ну, сколько успею, добью. И я постараюсь сделать так, чтобы не один стрим остался в конце. То есть надо добить до состояния одного стрима. Вот. Собственно, такие планы. Я не думаю, что будет прям очень весело. Пишите в чат всякую херню. Я почитаю. Давайте чуть попроще возьмем пока. Хотя уже нету, по большому счету, противников, которые бы убивались из такого унылого оружия. Сейчас я попробую с этим сделать что-нибудь. С микрофоном, чтобы он это не слишком сильно брал скрип клавиш. Вообще надо, конечно, механическую клавиатуру подключить будет в дальнейшем. А после прохождения, так как я, ну, скажем так, немножко рано прошел основную линию, да, много всяких вещей на пустоши будет, неизведанных, скажем так. Да, так что после этого я заведу еще один стрим, и мы пройдемся по всем убежищам, по всем местам, которые я не посетил. Доделаем какие-то мини-квесты, но все это уже будет с фаст-тревелом, и побыстрее, в течение одного стрима часов за 5 уложусь. Вот, покажу все, что скрыто осталось. DLC я показывать не буду, я уже сразу сказал. То есть надо закончить челлендж, пройти игру как бы. Я считаю, что, ну, если я доделаю 3 последних больших квеста, то будет у меня все большие квесты, кроме Уз Крови, будут выполнены. Узы Крови я сфейлил, потому что меня напали, к сожалению, жители Арефу. Но там получилось-то. Никто не виноват в той ситуации. Вот. Так что, в принципе, я практически всю игру как бы прошел. А какие-то мелочи, прикольные места и все остальное я покажу уже на последнем таком прощальном стриме, на котором мы будем прощаться с Fallout 3. Пообсуждаем увиденное. Поделимся мнениями. Ну и с Fallout'ами будет покончено до октября. И перед выходом 4-й части я быстренько пробегу 1-ю и 2-ю часть. И что-нибудь в Нью-Вегасе придумаем тоже, может быть. Трешка уже, я думаю, никогда не будет мной запущена. Так или иначе. Видно, что подсушился. Спортзал, что ли, ходишь? Ну, конечно, ты посмотри. Ты посмотри на эту бицуху. Я просто с локтя могу убить. Я не знаю, откуда идут слухи, что я похудел. Это абсолютная ложь и провокация. Ужасный этот дробовик у рейдеров подрезал. Да, еще на прошлом стриме. Меня обвиняли, что просто прошлый Fallout стрим был скучный, я не знаю. По-моему, я всегда просто играл в Fallout и не знаю, в чем дело. Что там, людям скучно показалось, то, что я не орал, а довольно спокойно проходил. Ну, потому что игра вступила в такую стадию, где интересного уже мало просто на самом деле. Потому что как бы все хорошие квесты закончились, осталось только мейн хуета и собрать 30 бутылок Нюка-Колы, я не знаю, если... Есть любители таких квестов, то мне их искренне жаль. Потому что это, по-моему, совершенно неинтересное дерьмо. Да, батя, по-моему, сам не знает, куда он хочет.